Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Сегодня у нас в работе блок управления MP5.2 Peugeot 406, 2000 год. Заглючил иммобилайзер. Точнее, у него кнопочная клавиатура в бардачке. Вот она заглючила, ну и машина, естественно, не завелась. Сейчас мы удалим этот иммобилайзер. Проверим на столе работоспособность блока с помощью нашего стенда. Ну и отдадим счастливому клиенту. Снимаем крышку. И видим микросхему. Называется она B58221. Вот она стоит. Это EEPROM. По классификации Bosch это 93C46. Вот именно в ней находятся данные об иммобилайзере. Сейчас мы поправим данные в этой микросхеме и, собственно говоря, зальем обратно и попробуем крутануть на столе. Все данные по подключению. Вот здесь у меня находятся. Вот я сам сделал данные по подключению к блоку. Блок у нас такой интересный. Три ряда контактов вроде бы, но одного ряда нету, видите, верхнего. Вот. Вот так выглядит его подключение. Это все будет в ссылке под видео. Значит, также я кидаю сюда маркировку Bosch. Микросхемы вот будут здесь. Классификация Bosch слева. И нормальная классификация, скажем так, справа. Микросхему читать надо вот именно так. Выбираем Holtec и читаем 93C46. Вот у нас данные, видите? Какие? Если прочитать микросхему просто, как СТ-шку, ну или как обычную там, вот. Видите, что получается? Не понять чего. Так что читаем, именно выбирая Holtec. Ну вот микросхему мы сделали. И MAOV. Также в папке, я положу всю папку под видео, вы найдете и микросхему, и MAOV. Просто берете ее, заливаете, ничего править в ней не надо. И уже блок будет без иммобилайзера. Да, еще подскажу, что лучше всего, видите, сломать ножку, третья слева. Это 35-я у нас по счету нога. Она идет как раз на эту клавиатуру. Вот, чтобы больше не прописался иммобилайзер, рекомендую просто взять ее и вот так вот отломить. Ну давайте сейчас запустим блок, попробуем. Включаем зажигание. Так, главное реле отработало. Это реле бензонасоса, это катушка, это форсунка. Форсунка у них идет центральный впрыск топлива, то есть все четыре работают одновременно. А катушки два канала. Ну мы на один канал повесили, второй тоже работает. Чтобы просто визуализацию какую-то сделать работы этого блока. Вот включаем 60-2 и поехали, даем обороты. Все, вот у нас форсунки, вот у нас катушки, все работает. Вот немножко затяним ее, чтобы видно было. То есть иммобилайзер мы убрали, все работает, машину можно заводить. Клиент очень долго с ней возится уже, с этой машиной, не может завести. Ну вот мы ему в этом помогли. Сегодня мы с вами делали блок управления Peugeot 406 MP5.2. Делали его без иммобилайзера. Работа выполнена, выполнена успешно. Всем всего самого наилучшего. Много интересной работы, много хороших клиентов. А самое главное, крепкого здоровья.